На самом деле раскладку, которой мы пользуемся сегодня, создал Кристофер Лэтом Шоулс, американский издатель и изобретатель первой серийно выпускаемой печатной машинки. Формирование удобного для печати расположения клавиш заняло у Шоулса около 10 лет. Сложность состояла в том, что множество вариантов, которые он испробовал, приводили к частым сцеплениям буквенных рычагов друг с другом, а это замедляло скорость набора текста. В итоге в 1878 году была выпущена печатная машинка Remington 2, расположение клавиш которой полностью соответствует современной раскладке QWERTY. В 1888 году офисный клерк Франк Эдвард Макгурин научился слепому методу печати на Remington 2 и победил в соревнованиях по скоропечатанию. Этот момент стал поворотным для изобретения Кристофера Шоулза. Большинство производителей пишущих машинок стали отдавать предпочтение QWERTY, а машинистки начали печатать вслепую.